Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам жизнь, дыхание и все. Мы им живем и движемся и существуем. Благословен Бог наш, собирающий нас вместе под своими крыльями, как отец своих детей, как птица своих птенцов собирает. Слава Богу! Вот, витаю, приветствую, слава Богу, мы уже вдвоем. Вот, тоже, подойдите, отец Андрей, подойдите. Я уже пишу как раз, благословляю тоже, братьев, слава Богу. Сегодня гости будут у нас. Да, слава Богу. Тоже пару слов скажите, вот именно благословение Господне. Слава тебе, Господь, что ты позволяешь нам собраться под крылья твои. Благослови, чтобы все было от тебя и во имя твое. Во имя твое, да. Слава тебе, чтобы здесь мы говорили то, что тебе угодно. Вкладывай в наши уста слово твое. Животвори это слово, поливай это слово. Чтобы сюда, кто приходит, получили от тебя семя. Хороши это, потому что жизнь, мы нуждаемся. Да. Нуждаемся, чтобы ты все руководил. Потому что за каждое слово мы дадим отчет. С минусом, чтобы у нас слова были твои слова, Господь. А не наши слова. Ответь от нас всякие хитросплетенные басни. Да, Господь. Да, ибо земля наполнена этой неправдой, беззаконием. И люди не ведут, что творят. Да. Не меним греха, разрушь те слова, которые не от тебя. Аминь. Чтобы они не сделали вреда никому. Да. А только пусть твои слова будут в наших устах. Ибо ты один достоин прославиться. И слава святой воды, как у меня. Да, да, аллилуйя, 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 аллилуйя. Очень важно. И всякие слова, которые были сказаны не от тебя, да будут просто аннулированы, просто разрушены во имя Иисуса Христа. Мы исповедуем только Слово Божье, исповедуем то, что от Бога, то, что истина, то, что свято. Об этом думаем, и это исповедуем своими устами. Аминь. Не думаем, брат, а слышим. Потому что вот что сказал, идите и научите, чему научите, что Царство Божие у вас. Мы должны знакомиться с Богом, мы должны объяснить, кто такой Бог. Мы должны сказать, путь на небо, потому что Он сказал, я эдукацию, вы знаете путь. Почему другие не могут это сказать? Да, они говорят, Господь есть путь. Хорошо, мы это знаем, так написано Господь. Да. А как? Как туда идти? Что это означает? Практически, Практически. Да, почему он спрашивает, где твоя брачная одежда? Что ты не знаешь, что ответить? Об этом не говорят. А мы говорим. Мы знаем, что брачная одежда это слово. Мы знаем, что слово, которое мы слышим, и оно дает подтверждение, размышляем об этом слове. Мы одеваемся. Мы одеваемся во Христа. Поэтому Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Господь. Зачем? Потому что он с утра до вечера его взыскивал. Он знал, что он не мог. Да, откровение не получит, утром не получит. Он осечен, он без работы останется. Он должен утром услышать, что ты, Господь, хочешь из меня сделать, кому найти, что сказать. Он получает и пишет, пишите Господу, чтобы успеть все сделать. Да. Потому что нельзя нам пройти день и где-то что-то не послужили, не показать, что есть Бог, потому что мы образ подобия Его. Мы должны показать, явить, мы свет, мы не можем быть тьмой. Он нас научает, Он нас научает показывать, кто такой Бог, какой себя Бог. Поэтому вера слышна, а слышна от Слова Божьего. Ты услышал, потому что Он сказал, мать и батя, тебе слышат, исполняют. Нужно исполнить. Не просто вот, как Он сказал, отец кого-то мне дал слово, кто пребывает. Да, оно пребывает в них, оно пребывает. Но оно еще должно животвориться. Поэтому он говорит, я насаждаю, а поле споливает. У каждого свой дух. Ну, один дух это делает. Да. Чтобы перегружен человек не был, чтобы каждый мог послужить, и каждый мог быть частью тела Христова. Потому что мы храм. Поэтому он говорит, кто разрушит храм, горе тому. А кто храм? Это мы. Если мы пустили себя других духов и не замечаем это, что мы говорим, а от избытка сердца говорит уста. Если что ты говоришь, то в тебе. Поэтому бояться нужно говорить то, что говорит этот мир. Богу не нужна история, Богу не нужно. Богу нужно, чтобы мы его явили. Он ищет славу, он ищет
как сын, прознать, какой себя Бог. Человек должен объяснить, какой себя Бог. Да. Этот мир не знает, а мы знаем. Мы знаем, что он есть любовь. Почему он любовь? Он отдал сына, сына единственного, который привилег, который был всего, отдал для того, чтобы искать. Аминь. Здравствуйте. 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 Слава Богу. Аллилуйя. А где этот Алексей? А еще дома. Я так спешил, чтобы раньше приехать. Да. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя.